О придаче мы не договаривались. Зашел как-то Фанди в лавку богатого купца и увидел там среди товаров добротные шаровары. Попросил их у продавца, примерил, и так не захотелось ему отдавать шаровары обратно. Уж очень кстати пришлись они бедняку, но денег в кармане не было. Вдруг видит, рядом висит куртка. Она Фанди была еще нужнее. Отдал он шаровары, попросил куртку, примерил как раз. И, улыбаясь, Хаджа пошел к выходу. «Эй, Афанди!» — окликнул его продавец. «Ты же не уплатил за куртку?» «Я отдал тебе за нее шаровары, а при обмене какая может быть речь о деньгах? О придаче мы не договаривались».